Ну, я не могу себя назвать каким-то глубоким поклонником футбола и знатоком. Вот. Но, конечно, чемпионат мира – событие мощное и, конечно, следим. В том числе дебютный матч России с Южной Кореей просмотрен. Впечатления нормальные. Я не могу сказать, что наши показали себя как-то недостойно. Вполне динамичный, мне кажется, был футбол. Ну, может быть, не выдающийся, но динамичный. Команда Южной Кореи была весьма достойной и играла гораздо, на мой взгляд, лучше, чем я себе представлял изначально. Гол Киржаков забил совершенно убедительный. А пропущенный гол, ну, это все-таки ошибка Акинфеева такая, ну, совершенно досадная случайность, на мой взгляд. Я уверен, что он как бы очень талантливый как бы спортсмен и прекрасный вратарь. Ну, такая просто случайность. Вот. Поэтому я с надеждой смотрю на выступление нашей сборной на чемпионате мира.